Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в январе следующего года. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Рассматривая этот вопрос, Минфин указывает на то, что если порядок выплаты зарплаты предусмотрен в трудовом договоре, в коллективном договоре, либо во внутреннем трудовом распорядке, и такой порядок предполагает, что зарплата за прошлый месяц выплачивается в следующем месяце, то в ситуации выплаты зарплаты за декабрь в январе получается, что зарплата выплачивается в другом налоговом периоде. Соответственно, такой доход работника, он должен учитываться именно в другом налоговом периоде, то есть в следующем налоговом годе. Таким образом, как работникам, так и работодателям, и прежде всего работодателям необходимо учесть соответствующий порядок и правильно учитывать суммы выплачиваемой зарплаты в следующем налоговом периоде. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.